Охуенно? Да. А сколько людей? 14. На сколько? Раз, два, три, четыре. 10. 8, 9. А нас 9. Вот смотрим. А кто не присоединился? Не предложение. Ну ладно. Так. Напиши предложение. А, это сейчас надо, типа, то, что надо будет... Да. Сейчас я сделаю. Серега, только не супер жесткая, блин. Так, это надо твой экран свернуть, получается, да? Так, стоп! Я же могу, по сути, вот так сделать. Посмотрите на стриме, как выглядит. Эй, так я же написал уже. Let's go. Так я так и тебе и сказал, придурок. Я это имею в виду, да. Мне предложение сложно оставил, обозвал. Это ласковое. Ну, я, конечно, нет, но я не считаю, что как придурок это ласковый. Один, кто один остался, дурачок? Я. Так, придурок. Охуеть, какой долбоёб это написал, блядь. А могу я сказать, кто написал, что просто стыдит? Нет, нельзя. Блядь. Ну погнали, блядь. А я не знаю, Вать, это запретки, типа, на стриме рисовать, типа, писюны. Какие запретки? Блять, мне задали здание, жопа с письками, нахуй. Боялась, спалилась. Блять, как стереть? Нет, это смешно просто. В смысле жопа с письками? Я просто не успела написать, что это... А, давайте пересоздадим, не надо жопу с письками. Да, у меня тут тоже, блядь, письки нахуй. Не, пускай просто нарисует не жопу с письками, и все. Да, нарисуй, что ты думаешь, и все, короче. Запретку не надо, да. А чё, как, блять, это? Блять, время идет. Я сейчас начну стрелять. А, да? Ух ты, блядь. Блядь, сука. Так. Пип-пип-пип-пип. Блядь! Я не хочу, я в стильте. Чел, блядь, стильт. Ай, блядь. На-на-на-на-на-на. Это пизда вообще, нахуй. На-на-на-на-на. Я думаю, что меня не обидите. Блядь! Что это? А сколько времени? Много, да, времени? Нет, сейчас, подожди. Половина прошла уже. Сейчас, секунду. Блин. Моя песня, блядь! Блять, я гений просто сейчас это. Блять, я представляю, нахуй, Серег. Не-не-не, я говорю, по-моему, сейчас намного лучше получается. Какая гармошка, вы долбоебы? Да пиздец, как это нахуй нарисовать, блять? Намного лучше. А как вот это? Как... Блин, а как. Я готова. Как? Я не знаю, что я нарисовала. Это пиздец. Я просто не успела, думала, что мы пересоздавать будем. Всё, мне похуй, блядь. Любовь похожая на сон. Блядь, мне похуй, он тут хуйня рисовал. Это вообще пизда. Так это штука это! Что, блядь? Что за хуйню мне? Нихуя как запретка. Имба. Любовь похожая на сон. Легко, бля. Я не могу понять, что это. Я не понятно, что это. Блин, а здесь опять у меня сиськи, я буду писать. Блять, что нахуй? Блять, ну похуй. Блин, я не успел дописать. Что? Вы не дописали. Опять. А что это такое? Ой, это что такое? А что это такое? Вот это что? Плевать, мы не видим еще. Я чата спрашиваю. Чат, что это такое? Колбаса вкусная, наверное. Как я нарисую ебаные, блядь? Ну ладно. Смотрите чат. Бля, как не нарисовать этого чела, блядь. Точняк. Пошла творческая загрузка. Это пизда. Бля. Да чё нахуй, вам кондитер, блядь, что ли, нахуй? Как ты выглядишь, сука?
Да почему у меня веб... Тихо, чат! Ой, ты ж, блядь, не ори так. Иванушка, блядь. Ёбаный рот. А тут времени меньше, да, с каждым разом? Да. О, этот режим дебилский. Сука. Нет, это нормальный, кстати. Не перебивайте меня. Не отвлекайте, нахуй. Ну что ж такое-то? Ну как я его тут... Надо было в центре, да! Блядь. Я понял. Я успею, тихо, я успею. Ой, блядь. Кто там шарудит? Это я. У тебя бустанулся, походу, микро чуть-чуть. Да? Нет, я не слышу. Показалось. Нормально. Показалось. Пук. Блядь. Что за хуйня? Как же сложно. Очень. Let's go. У меня еще ребусы жесткие. Готово, я сейчас. Да, у меня такая же хуйня. Блять, а почему все зеленое? Блять! Отмени там слева. Сделал, блять. Ctrl-Z. Ебать, я гений, но. А Ctrl-Z тут работает? Вау. Напомню, кто в прошлый раз такой? Ох, ебать, кто это рисует? О, что это такое? О, нихуя, блять! Серега, ты что-то красиво нарисовал, блядь? Ладно, знаешь, а не ты. Блин, я либо не шарю, либо это... А, это вот так пишется. Спасибо, чат. Я думал, это просто не так пишется. Ебать, у меня... Сосанья! На пиздец, что за хуйня? Я ворвутаю нахуй. Так тихо, блядь. Блядь. Почему, блядь, не отменяется? Серега, ты же монки? Я? Да. Ну да, есть немного. Вопрос не имею, тогда не, это не оскорбление. Блять! Не оскорбление. Блять! Ну все, я в тильте! Блять, все, я в говне, блять! Ебакалок. Сука. Я не успеваю. Время есть, ребята. Я не успеваю. Чилим. Все заебись. Все. В говне. Все, я официально признан говном 192. Я говно сквада. Все, я официально говно сквада. Блять, Ctrl-Z. Я официально говно сквада, блять. Я ребус жесткий сделал. Как это, блять, рисовать, сука, ебаная, блять. Ой, блять, какой же я ублюдок, сука. Я надеюсь, мы же без анимации сегодня? Да, без анимации, да, конечно. Если с анимациями, то вам просто пизда, потому что у меня получше получается, походу. Не, пизду. Блядь, почему так много воды? Пиздец. Бля! Кто-то утонул. Блядь, в этом паника. Ничего не успеваю, блядь. Очень мало времени. Сука, сложно, вырубай, я ебусь. Всё, я в говне. А тут есть как-то, типа, победитель кто-то или нет? Блять! Нет, блять! Что это такое? Я вообще не понимаю! А, ну это халява. А у меня нет. У меня кайф. На сон! Что такое? Давай.
Что это за хуйня у меня появилась? Байкрафт у меня нарисован. Что это такое у меня появилось? Да мы как тебе скажем, блядь? Да я у тебя спрашиваю. Вижу лоб! Ой, спасибо. Спасибо. Поздрав. У меня сейчас люди будут обижаться на меня за описание. А я успел готово нажать? А я не успел нажать. А если написал, то какой-то автоматом... Еще там не обязательно готов нажимать. А вообще нельзя осуждение? Нет, конечно, ты что, блядь? Бля, я не знаю, а я не знаю, кто это. Это кто вообще? Блять, я слов таких нахуй не ебу. Вот это, блядь, сложно, вырубай нахуй. Бэмс, бэмс. Бэмс, бэмс. О! Курьерыч. Блять. Сложно. Ебать вы нахуй загадываете, блять. Я ебусь, блять, тулюсь, сука. Алло. Что-то напиздели на меня? Алло. Да, ты вообще говнец. Кондона? Что это за хуйня вообще? Вадюш, у меня камера выключается. Ладно, тогда. Не знаю, что делать. Ничего страшного, забей хуй. Извини, пожалуйста. Любовь похожая на сон! Так, вот так раз. Рисуй главное, рисуй. Булочки, котлеты, сыр, все на голове. Вот так. Ааа, так да, покури, да, так вот. Так. Вот так, блядь, трубку нахуй. Да блять. Кто такой брат Марио? Фредерико. Олео. Вроде он. Олео. У кого-то фонит. Да. Вот он Таша тоже. У меня нет. Да, может, у меня? У тебя Наташа. У кого-то пиздец фонит. Сейчас, подождите. Мне казалось, что Даша бы установился микро. Сейчас проверю. Чат, что да, вы ебасите? Да, да. Не, ну пожалуйста. Ну. Да, у меня. Ебать, последний день лета! Это пизда, нахуй. Это такой тильт, блять. Тильт. А что тильт-то? Ну, потому что, ребятки... А завтра в школу? Ебать. Да. Ребятишки пойдут в школку, пиздец. На учебу. Я не ходил обычно на 1 сентября. Ой, это же господи. Там Мия, ну пожалуйста. Вообще маленькие. На нахуй Мия улетела, блядь. Съебалась нахуй. О, нихуя себе. Ебать, что нахуй. Окей. Так что пишется. Сейчас это рисунок. Сука! Сука, бля, сука! Может быть, сука! Сука, сука, сука! А что, как без это слово ниндзя? Ниндзя. Ух ты, шиба, на рот. Ниндзя через Д пишется? Ниндзя. Да, да. Нет, ниндзя. Ниндзя. О, вот это пиздатая, 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 да. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот чисто ебать. Вот так вот чисто ебать. Вот так вот. Оп. Вот так вот. Вот так вот ебать. Вот так вот ебать. Блять, я вспоминаю, что тут меньше времени дает своей пизда. Вот так вот ебать. Сука, сука, сука. Вот так вот. Вот так вот. Блин, ну как такое нарисовать? Это же вообще пиздейшн какой-то. О, хотя можно. Согласен, я ебал. Пиздецкий сложно. Сейчас. Оп, оп. Оп, оп, оп. Вот так вот. Оп, оп, так оп, вот. Оп. И сверху оп. Корейская морковка. Все, булочки, кондюда! Сюда! Так, этот майонезик. Так от кетчупик. Вот такой чи. Батин готовит нахуй. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А
А так какие чепика чуть-чуть добавим буквально. Давай. Все, ебать, охуенно? Приготовил? Да, ебать пиздато вообще. А я забыл. Пиздец. Ла, ла, ла. Блять, я так хуёво нарисовал, сука, пиздец. Согласен. Это вообще пизда. Сука, стыдно будет показывать. Вы поняли бы, что это? Давай. Буквально малость огурчиков. Чуть-чуть-чуть огурчиков. Чуть-чуть-чуть огурчиков. Я поняла, что ты рисуешь. Конечно, ебать. Просто ебать. Вот так вот нахуй. Вот так вот, ебать. Весь, ебать, вижу нахуй сюда, блядь. Охуенно? Охуенно. А я вот так вот сейчас Дашей, короче, закрою. Я шутку сам про себя пишу. Пиздец, я крутой. Я согласен. Тебе Ваня позвонил? Похуй. А, все? Все. Так, вручную озвучка, поехали. Чисто первая, смотрим. А все тут? Нет, Сереги нету. Серега это важная, важная, блядь. Часть нахуй. Я бы только смотрел, как он рисует, блядь. Тим, закрой, тебе пишут. Блядь, а чё он? Да. Секунду. Серёг, ну ты сядь-то уже! Серёга, блядь! Альбома. Я тут? Серёга, ну ты... Мы тебя только ждём, Серёж. Мы только тебя ждём. Да, Серёж. Мне еду принесли, извините. Ой, извиняюсь. Погоди, что, у меня какой-то... Ну, давай, нас... Бля, как же сложно. Давай, давай, врубай, подрубай. Все, секунду. Я ссать хочу. Поехали. Давай, я тоже хочу посмотреть. Поехали. У меня вообще не пошло в этот раз. Макривский играет в казино. А, это Рома был. Реклама моего стрима сегодняшнего. О, реклама стрима. О, нормально, кстати. Я не успела написать. Макривский. Макривский ки. Макривский ки. Можно нам отдать. Довольный Макривский. Я нарисовал себе подбородок. Блять, а я другой. Макривский купил подбородок с гепа в казе. Ебать, так это... Ебать, начинается с первого. Да, прочитал. Кредитаем обратно вернулись. Тут не похоже. Бурмалденцы час. Блять, ну ты все зарулил, сука, написал. Да. Как всегда. Я не помню, что это Рома, как это на Рома похоже было. А кто какая киска? А подбородок, конечно, показывает минус 7. Это, кстати, прикольно. А почему ты 7 на 7 такая? Мамонтенок покупает Red Bull и его окрыляет. Это вообще пиздец. А-а-а, я рисовала. А-а-а. Ебать охуенно, кстати. Мамонт дует баллон. Я и нарисовала, мамонт дует баллон. Бля, как бля. Заскамили мамонта. Вот это, кстати, пизда-то была. Бля, Серёга. Шадоуки козёл. А я думал Макс написан. Макс типа. Охуел Косыч. Шадоуки Квлюлин в байо было. Бля, Квлюлин. 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 А, это я права. Вау. Ну, кстати, пиздато. Бля, я очень хочу. Танцы в Зимбабве. Ой. И как это, блядь? Не, я думаю, будет проще нарисовать того, но не получилось. Что ты там танцы в Зимбабве вообще? Нихуя. Ребят из Н. Кто? Откуда? Откуда? Нидерландов? Да, я прям написал. Нью-Йорк. Сергей, десант из Нью-Йорка. Десант из Ленинград. Десант, я свободный. Черепашки-ниндзя, продолжение из Канавы. А, вот туда шло меня, блядь. У меня вот это было тоже. У меня вот это было. Черепашки-ниндзя с нич злой. Ой, блядь. А что? Что был этот? А что там написано? Жопа с письками. Да что там, он ему дает жопа с письками. Как мне нарисовать нужно было? Он его заново начать. Отменил. Титаник, любовь. О, догадались. Да, догадались. Блять, я думаю, что за хуйня. Нихуя, ну, Титаник не утонул, его спасла любовь. А, вот это, блядь, мне было. Как это показать, нахуй? Любовь, блядь, Титаника. И что тут будет? Секс на Титаника. А что дальше будет?
Ебать, она в воздухе летает. Леонардо и Рыжий с Титаника прикалываются. Прикалываются, блядь. Вот оно как называется. Это что, блядь? Серега утонул. Серега, что это за хуйня вообще? Где тут Титаник, блядь, вообще? Я быстро приехала, не успел. Начала размер, а второй, наверное. Бля, Серега, это прикол. Вы помните сцену, где он нарисовал в подвале? Серега пьет 5 эль бутылку, как за голову. Вот это пиздата, красава нахуй. Дисаут на протеинах уснул. Ну, кстати, блядь, близко. Блядь, почему? В прямом смысле на протеинах. Огромный нос нанюхал Сэчелет. А почему дерьмо? Вадим нюхает какашки. А что у меня этот рот в крови? Носатый говнонюх. Ебать, ты охуела, ебать! Бутерброд за щекой. Ну ты фрик. Бутерброд за щекой. Ой, о, нихуя, блядь, с аниме нахуй. Сэндвич с ветчиной, балдеж. 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 А я понял. Кайфовый хот-дог. Все чисто, как будто на члене намазано, видишь? Ой, нихуя. Кайф, типа, справа. Рик из Морти смотрит на большой хот-дагеч. 6-6, Почему смотрит? А у них связь между собой, они догадываются. Вот худок, который я делал, ребята, блядь. Явилон в образе Майка Вазовского. Как вот это можно было сделать? Это очень красиво нарисовали, он мне даже. Ой, ебать, ебать. А, ну понятно. А я хуёво нарисовал. Вадя Вазовский. Блядь. Ебать. А я не знал, кто такой Вадя, блядь, Вазовский. То есть Вазовский. Вадя, ну ебану не снял. Зелёный мент. Зелёный мент. Что я должна рисовать нахуй, блядь, его? Блядь, вот это так красиво. Коп в зелёном свитере. Вот что такое коп, блядь? Я только потом, блядь. Типа, повар. Это повар на корабле. Повар, блядь, я хотел хуй рисовать. Повар в зеленом готовит такос. Какой такос, там булка и колбаса. А я кокос нарисовал. Ебать, охуенно, сука, я только хочу рисовать, блядь. Дисаут курит. Так. Да все, что все я, блядь. Оп. Бля, у Фокрутовски талант, мне кажется. Я курю кальян. Ты охуел, как ты себя угадал, блядь. Бля, как красиво. Мне показалось, что ты не угадал. Это на Питер Пена. Питер Пен курит кальян на два угля. Балдеет. Балдеет. Курим кальян и кайфуем с братом Марио. О, вот это мне пришло, блядь. Как брат Марио? Я думал, это второй, который брат Марио. Брат Марио смолит дымный. А кто твоя киска? Ебать! Как это нахуй вообще вышло, блядь? Я же говорю. Лерон огромный сиськи барон. Люся. Блядь, вот такие уебаны, нахуй! Большие коровья сисян, тогда. Вымя коровы. Урод, нахуй меня подставляете, я думаю. О, красиво, пиздец. Ебать, как будто с мультика какого-то. Вымя. Да. Сука, ебать. Твое вымя. Только не в глаз, пожи молоком. Чё, блядь? Пиздец, как вообще кнопка, блядь? Как это нахуй нарисовать? Ты ебан, блядь. Лерон, пишу, тебя запомнила. Да я, блядь. Я иду в школу в 6 часов утра. Пиздец. А, это вот это было, да? А чё ты, блядь, чё ты не совсем идёшь? Хантик в школу пиздует. Оп. Тетрадь. 9, а там шесть. Онлайн упал. Сейчас, Вадя, я отойду в туалет и принять доставку. Давай.
Я ребус нарисовал. Это что? Онлайн упал. Блядь. Я бы сейчас на месте Юрия Димона нарисовал просто. Бля! Типа я нытик. Вадим танцует крабиком. Ну, кстати, это похоже. И в этом лапок много. Это я! Это Анна Керри, слышишь? Вадим Керри! Сегодня вот давайте сразу. Тебе напомню, как ты сорвал? Бля, это имба игра. Слушай, я заебись играл. Да, 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 да. Да, так что. Давайте, пока, ребят. Так тут же быстро. Не, мы Рому ждем, мы Рому ждем. Бля, имбалансная тема. Бля, вы заметили, что кое-кто импрувнулся вообще по ебнутому? Это про меня. Десаут? Да, Серега на импруве ебанутом нахуй. А мне нравится, как Юля рисует. Короче, мы можем ебануть плагиат. Спасибо. Просто вторым, типа. Плагиат у нас заебись получается. Кроме анимации. Анимации не будет. Плагиат. Плагиат охуенно. А я не помню, что за анимация. Плагиат по очереди. Анимация, нет, плагиат, анимация давай, сложно. Давай, анимация, там надо... надо придумать, что рисовать. Чат, что рисуем? Что рисуем? Подумайте, что рисовать, чтобы сразу было в голове. Голове. А у Даши, кстати, вообще каждый рисунок как будто просто из аниме. Как... Да, из аниме страничка. Страничка. Чат, что нарисовать? Снес. Вот мне сейчас камера немного отдохнет, и я включу ее. Хорошо, да не переживай. Хорошо, ты переживай все равно. Так почему ты переживаешь? Какая разница? Ничего страшного. У тебя какая камера, да? У меня... Я знаю, чат. Sony ZV-1. Пуджа рисуем? Нет. О, ты поменяла? Угу. Чат, прочитай, что я написал. Так, я пошла к Ване. А, давай. Норм? К Ване, а чё? Не рано, извини, я это рисую. К Ване пошла трахаться. О! Всем заниматься. Да, Лер? Кто? Кто-кто, Лера? Опа! Mm-hmm. У них там свиданка? Mm-hmm. Нихуя себе. Строго попробует бурури на вкус. О, let's go. Ого! Как говорит Жожа, огромное вымя. Да, блядь! Я не знал, нахуй, этого кто-то передо мной уебан нарисовал криво, блядь. Да, 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 оно получится. Ой, я придумал. Минус Вандер пишет, ебать. Шай, перестань. Бумыча. Бля, ну как я тут бумыч нарисую, блядь? На таком экране маленьком. Шай, фу. Алло. Там Вани нет дома? Мирон, да все мы знаем, что тебя Ванёк ебёт. Он уже признался, забей, он уже спалился. Кого Ванёк ебёт? В этом случае это она его ебёт, блядь. Мирон огромный бурури барон. Шай, я тебя сейчас накрутил. Рома пришел. Да, Ром, все, ты пришел? Все, погнали. Все, да, погнали, да. Плагиат ебашим. Придумайте, что вы будете рисовать, самое главное. Я придумал. Да, как плагиат главное? Это прям имба, да. Да, я это думать. А, бля, это плагиат это. Все, let's go, нахуй. Ты как ровный круг голову сделать? Голову. Голову. Как ровный круг голову мясик сделать? Цвет не подходит. Блять, как, да, уметь, как уметь рисовать именно, ну вот, типа, поэтапно, охуенно? Что еще писал вообще? Ты вообще, поэтапно рисовать как? Как? У меня с пропорциями проблемы. Согласен, блять. Так. Я закрою на удачу. Сука, ебаная ты. Сука! Ой, извините. Сама такая. Моя. Тут время, да, ускоряется. Да. Ну, каждым поэтапно кругом, да. Ребята, мне не получается как-то, блядь, пропорционально нарисовать. Я не умею губы. Как люди губы рисуют. Блять, как вообще нахуй люди рисуют? Рисуй просто по полоску. Реально, это нормас. Полосочку чисто. О, надо вот так. Блять, у меня будет сначала грустненький такой. Сука. Я закрою на удачу.
Парируди. Парируди. Парира. В этом фильме я режиссер. В этом фильме я главный герой. Я сценарист и я режиссер. Это не та песня была, нет? Ну не получается. Так у меня. Бля, ебать, я хуйню нарисовал, охуеть. Блять. При этом Юля упала нахуй. Алло. Может раскрасить? Что вы осуждаете? Это вообще будет жестко. Что, долбоеба? Так. Бля, какой же я мусор. Ты тоже, да, хорошо рисуешь, Костян? Сука, ебать, это сложно, плюс охуеть, как сложно. Я уже заебался. Эшкерит? Я закончил? Да. Как ты закончил уже? Ну, я хуйню нарисовал, про тебя написал. Подожди, тут не, тут не одну долго надо, а разные или как? Не одну долго. Нет, ты сейчас одну, одну рисуешь, а потом все, просто нет. Повторяют люди. Да, другие повторяют. Суки. Другие твою, блядь, хуйню повторяют. Ну, блядь, похуй. Блядь, без... ебать. Ебать охуёвый. Блядь, ебать. Ебать, а очень хуёвый это просто. Делать, если играть, очень больно. А Юля в прошлый раз тоже хорошо рисовала, да? Юля хорошо рисовала. Блядь, какой же я хуёвый. Охуенно? Ладно, ой, блядь, подождите, я проебался. Ой, блядь! Ой, блядь! Ладно, заебись. Да, в пизду, короче. Согласен. Я норм? Ой, блядь. Вадя, привет. Блядь, цвет хуёвый. Оху, пойдёт. И так сойдёт. Спасибо, бро, спасибо за 60. Удачи. Пиздата? Норм? 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 За столько времени такую хуйню нарисовать. Когда вы видите, надо запомнить. Ебать! У меня рисунок Серёги. Что за хуйня? Как я это нарисую, нахуй? Не ёбнулись. Не, у меня ебать, что это? Подождите. Начал гений, блядь, так получается. Охуеть, я вас. Как это нарисовать, нахуй? Вы что, конченые? Блядь, космонавт, как это? Блядь, до свидания, нахуй. А чуть-чуть можно подсматривать? Нет. Мне поебать. Ты один раз видел картинку и все? Или ты заскринил жестко? Блять. А почему контроль? Блять, я не могу. Я человека не могу, мне животное просто нарисовать. Ебаться в унитаз. Блять, там зубы были какие-то. Сейчас. У меня такой легкий рисунок, и я не могу его повторить. Я уже забыл, что было. Согласна. Ау! Чиро! Лерой Дженкинс! Бля, у меня рисунок. Бля, кто это рисовал, блядь? Я вашу, бля, породу. Возможно, я, но... Не, у меня вроде нормально. Нет, братан, это не ты точно, нахуй. У тебя лёгкий. У меня пиздец, нахуй. У меня какой-то гений рисовал, блядь. Не, наверное, у тебя хуйня, Вадь, ты у меня еще не видел, что мне сделали подлянку, блядь. Это пиздец. Это у тебя собака была, Юечка? Не знаю. У собака была, вы что, ёбу дали, как это вообще можно было? Блять, как там Насяра был? Короче, поехали. Похуй вообще. Бля, как же сложно охуеть. Сейчас, секунду. Короче, это яичко рисовала, она вот так для 30 статов. С чего это ты решил, что это я? Да похуй.
Ой, а чё? Бля, а чё так времени? Бля, а чё так быстро-то? Согласен. Я забыл, как там было, блядь. Охуенно? Ускоряемся, блядь! Мимо. Ладно. Всё. Похоже. Бля, ну... Ну, типа... НТ-шечка. Стыдно, блядь, пизда. Ясно. Сука, это пиздец. Пиздец. Блядь, не успею. Ой, блядь. Блядь. Что я сделал? Бля, ну меня Даша нарисовала точно. Ой, блядь. Я тебе рисунок нарисовал. Я не успел тоже, сука. Такой рисунок заруинил, я пиздато чувствую. Блять, время быстро уже идет, гайз. Да. Гайз! Я не успел, а нихуя, сука. Я не успел тоже. Все, мы руиним рисунки, особенно я. Пиздато. Я в тильте. У меня ощущение, что мне попадается именно прям лучшая работа. Где, блять, люди, которые хуёво рисуют? Кстати, я больше, они никому не попадаются. Тоже верно. А мне залагало все, пиздец. Ты у тебя что, браузер залагал? У меня цвета другие, я нажимаю черную, мне серый рисует, нахуй. Реально не вижу. Ты, наверное, яркости... Ты, наверное, пиздобол. Понизил. А, да-да-да, правильно. А, я нахуй я разбирался в палитре, уже время закончилось. Я не успел, пиздец, кстати, тоже закрасить. Ебать, а я белый рисунок оставлю. Думайте, что хотите, блядь. Я еле-еле нарисовала, блядь. Все, пизду я в тильте. Да, блядь! Да что это такое? У меня ничего нет. Ребята, у меня ничего нет. Это я для мой рисунок, хватит. Это мой рисунок. Я в палитре разбирался просто, блядь. А, у меня тоже белый рисунок. А, я забыл, я не смотрел. Ебать. Блядь, я нарисую пейзаж красивый. А, сука, я сейчас ебу. Бля, я забыл, что там было. Почему я рисую одно и то же? Вот же за, кстати. Блядь, а что там было? Я уже забыл. Ну, похуй. Нет. Что-то добавлю, короче. Может, они, типа, не успели как-то. Да, наверное, не успели. Кто-то одно и то же изначально нарисовал, возможно. А что, блядь? Тут все уже без шансов. Все, пизду я в тильте. ББ блядь! Вы видели? Вы поняли, кого я нарисовал? Вы поняли, кого я нарисовал? Кого я нарисовал? Что там было? Что там пидишь, Оль? Да ничего, ко мне курьеры заходят прям в квартиру. Как у вас такое есть? Я не понимаю! Как у вас такое? Блять, это же пиздец! Как это курьер? Можете просто в двери оставить. Как это? Заметь микро, алло. Чел. Да нет, там похуй, мне кажется. Это вообще какой-то пиздец. Ребят, я не помню, правда. Я просто забыл, что там было. Да блять! Ебать, мне чел роспись просто оставил подпись в своих документах, ебать. Все, у меня с памятью проблема. Да пиздец какой-то. Повторил! Как, блядь, что это за животное было, я забыл. Ну похуй. Короче, какая-то такая хуйня была, да? Руина, блядь, ну чё ты, я... Чё ты говоришь, сука? Ого. Опа! По реакции, сука. Блядь. А я ещё и забыл, блядь, как это рисовать, нахуй. По кайфу. Всё, я в говне. Всё, пизду, короче. Да я за секунду забываю рисунок, блядь! Погнали. Блин, у меня стойка не работает, я микрофон на колени держу просто. А, это не... Ещё да? Нахуй! Ебать. Ещё, чтобы вы понимали, ещё два. Куда скэры, блядь? Бля, я забыл, что там было, сука. Охуенно? Блядь.
Блять, я не успеваю. Чел даже не запоминает рисунки, скипает, по КД потом ноет. Это я. Да я заметила, блин, что кто-то за секунду рисует. Вот, это самый сложный режим, согласитесь. Да. Не успел. Ебать, голова ебаная. Это очень сложный режим. Просто челы рисовали арты в Майнкрафт, с Майнкрафта перерисовывать в игру. Что делать, нахуй, я не могу понять. Чё, блядь, там было, нахуй? Я опять забыл. Что за хуйня? Что за хуйня? Почему я забываю рисунки, блядь? Что со мной не так? Что со мной не так? Бля, последний на изи. Легко, бля. Ещё! Еще одну руку не составила у Наташа, блядь. И такая же хуйня подвыпала. Пиздец. Сидит, смеется, блядь. А мне рисовать нахуй. Замечательно, нахуй. Я повторил, блядь. Ну давай повторяй, ну жуды. Жожа, у котов есть. А поедешь в эту? Поедешь в Киев, когда Наташа поедет? Чего? Поедешь в Киев, когда Наташа поедет? Я? Я это могу скорее, не она как лох. Ждите, все оплачу. Погнали. Вы готовы? Мне кажется, сейчас первый раунд самый обидный будет, потому что я как понял, что все рисовали пиздец как потно. Поехали. Да что долго времени много было. Нет, точно не я, блядь. Нет, не точно не потно. Пизда, пизда. Просто было даже, что там было. Бля, ну почему ты саунд второй, блядь? Ну почему мне? Это так охуенно было. Блядь, за микрофон у меня не работает, пантограф не держит его. Как вообще не дошло? А я до просто... меня такое не дошло. О, до меня просто дошло, блядь. Да потому что это? Ко мне зашло, блядь, хуело там. Отсюда роспись пошла, блядь, отсюда роспись пошла. А, так вот мама пошла, да, блядь, дальше? Да, походу. Мама. Спасибо, ребята. Ну, спасибо. Что это было послева, сверху? Я не успел там, походу. Зер. Спасибо, ребят. Зер, типа Зер. Да, хотел написать Зер. Зер. Мамаша. Мама Квин почти. Даша, ну, так. Сказала, а, нет, это... Вот это пизда! Вот это пизда мне попалась! Я твою нихуя! Ну как это смотреть, блядь? Бля, как собака обоссалась! Охуеть! Так, сейчас перекосоебит, сейчас свои перекосоебит, пиздец, смотрите. А сейчас уже будет человек, оп. А почему у него цвет мочи меняется, блядь, на говно, блядь? У него из мочи говно. Я Даша, почти. Видите, у него полностью из мочи в говно превратилось. Блядь. Еще и вонять начало, блядь. Ну слушай, Серега так и не подкачал прям. Ну так я прям так, я тоже, ой, а Серега-то умер. Я здоровым повторил. Я просто здоровым повторил. Вот это мне попало, пиздец, тилт нахуй, тилт, блядь. Как это нахуй рисовал? А, вот что это было. Вот что до меня дошло. Ну сложно было, пиздец, Юль. Это просто мне попалось нахуй. Да-да-да, пиздец. Не, ну почему? Вот мне вот это попалось. Год. А как он это... серый я стал? Я стала годкой. Он опять стал серый, смотрите. Вообще прикольно. Костян и Серега, смотри. Костян и Серега чисто. Бля, сравните просто первый и Серегу потом. Там время мало остается, блядь. Серега, если ты вторым рисуешь, ничего не меняется, нахуй. Там, да, немного подкачал, конечно. О, вот что мне пришло. Я просто Шрека рисовал. Что? Нет, Шрек до конца сохранился. Я тоже в первом рисунке Шреку себе рисовал. А вы вдвоем? У меня два одинаковых рисунка пришло, но это был не Шрек. Хорош, Ром. Ты почти как Даша нарисовал. Сейчас увидите у меня потом. Бля, Серега не бросал. Бля, Серега бросал. Рисунки. Я не успевал. Серега, ты пролагиваешь, когда орешь. Блядь. Что это вообще за хуйня? Это Мишка Барни. Да, уже Мишка и Шрек. Это Мишка БДСМ. Бля, что ты там нахуй? А я не помню, я тут забыл, наверное. Я забыл. Ты что за хуйня?
Бля, ты какой-то психодел уже. Кот Двич. Так, бля, так уже сложно было нарисовать. Я тоже Пуджа рисовал. Вот, блядь, два Пуджа, два Пуджа. Ебать, лучше, чем у тебя, нахуй, со второй. И Серега? У меня последний рисунок. Пудж во время цензуры. Я не дошел, Пудж. Что? Я забыл, что там было. Мне вот это... Блядь. Я просто забыл, что было там. И нажал. О, зато, видишь, тебе сохранился. Все, рисуем домик теперь. Не, у меня не получилось немножко. Бля, батю Леху я нарисую тоже. Да. Ой, блядь. Лучше себя точно нет. Быстро через закрашивание. Оп, облака чисто. Меняется, значит, цвет чисто фона и облаков. Блядь, реально проблема со спрятанием. О, солнце появилось. О, ура, солнце. Ура, солнце. Так, что будет начать? Хорошее. Ой. Что ко мне пришло, это пиздец. А изначально что это? Что это? Это я. Я не успел просто. Наташа, это Байову. А чё? Это Байову на стене. Блядь, Жожо. Блядь, я не понимаю. Думал, это Корейка Даш сначала. А смотрите, я Сэму нарисовал, смотрите. Ничего не было, Сэму нарисовал. Блядь. Серёга тоже нарисовал. Серёга тоже Сэму нарисовал. Может, ты реально нахуй. Бля, вот это реально как скример. Наташа, похоже? Посмотри, похоже на Сэма? Что? Ты рисовал уже? Вон, ну вон, да, я сверху, Вилон. Вон, видишь, пустая? Пустая, а потом Сэм нарисовал. Да, да. Видите, вот Сэм. А вот Сэм. О, у Юли тоже похож на Сэма. А у Паши? Только в говне. И у Паши похож. И Паша в говне. Паша в говне из-за как у моего Марса, блядь. Есть ли хвост или нет у котов? У тебя будет Шрек еще один. И вот, я Шрека нарисовал тоже, но я не красиво рисовал, у меня так получилось. Ну, у тебя прикольно получилось. Моё болото. Что у него? У тебя охуенно получилось, блядь. Блядь, это этот, блядь, как он называется из «Звездных войн»? Джабба Хат. Ебать, я качка хотел в Шрека нарисовать. Крупненького такого чисто. Оп. Да, что-то подкачало. Да, да. Сережа, Сережа, как всегда заебись. Сереж. Я понял, со мной есть конкуренты, да, по рисованию? Гамми Бер получился. Гамми Бер. Оп, Серега, погнал. А что расстроен? А что расстроен? У него как будто руки трясутся, да сон. У него глаза в другие стороны съебались 5 раз. Так. Хорошо, Буховска, молодец. Оля тоже хорошо. И Макриевский. Оп. Опа! Уши в разные стороны, ебать! Вообще получился в итоге Шрек, это заебись. Ну, Шрек, да, а у меня нет. Дошло. И тут Пудж! Пуджа, два Шрека. Два Шрека, два Пуджа! Я не знаю, вы просто вас... О, это чья-то мама, блядь. А чё, я просто нарисовал тут? Да что-то мама-то. А я поняла, что до меня дошло. Ебать, хучок маленький, как знак вопроса, нахуй. Уже как футболсах, блядь. Я забыл, ребята, не обессудьте. А вообще до меня дошло, да? Блядь, ребята. Я Сватина дорисовал даже больше, чем... Такой вообще не помню. Чат пишет, Рома, твоя. Что моя? Ты сказал, чья-то мама. Это что? Я не знаю, хотел говно нарисовать, но не успел. Класс. Серега, что у тебя, блядь, с линиями вообще? Когда ты рисовал, блядь, ногой? В абстракции хуярит. Во, блядь. Ебать, Серега, на иглубе. Ебать, ебать, баланс. Это кала курит жирный член, блин. Вот так вот, нахуй. Это кала? Ебать, ты красиво кролика сделала. Какой-то глаза наркоманские, блядь. Во, мне это попалось. Оля, красивая. Я не успел дорисовать. Блядь, а что с глазами? Бля, я бы тебя жестко нарисовал. Сейчас, за час его не реально наркоман. Вот, это прошло, я не понял. Самурай какой-то теперь получил. Это бычок какой-то. Корова какая-то. Похуй. Рохуй. Похуй. Рох. Наташа, роспись? Принем. О, Жожо, ну-ка, первоисточник. А я Вадю рисовал нахуй. А я думал, что это последний рисунок, блядь, дошел. Вадя на волюм. Не мог говорить. Ноль волюм. Текст. Я забыл, что там писалось. Ноль волюм. Блядь.
Его куда-то засасывают. Бля, а мне это дошло, я не помню. Бля, кто такой рисунок может смысл испортить? Вот кто? Мне кажется, такое невозможно потерять смысл. А, ну вот. Бля, как у тебя такие линии прикольные? Я вот здесь смысл потерял немного. Буквально немного. А я восстановила, кстати, сейчас. О. Нормально. Типа я крючком. А чё у меня рука накачана? Он типа ей дрочит? Ебать у него, блядь. Балумба. А чё у меня Nike фирма? Бустер? Ебать, это нос? Бустер? Чё-то расстроился немного, скукужило его. Чё-то... Так, одну секунду. Чё, всё? Наигрались нахуй? Я бы ещё разыграл. Я могу еще. Я могу еще. Я бы еще одну. Но только первый режим тогда. Давай, первый. Давай. Только не пишите вот такую хуйню. Когда вы что-то пишете, должны понимать, что кто-то после вас будет это рисовать, блядь. И поставьте на его место. Вы бы такое нарисовали сами, блядь. Да. Подождите, у меня... Хотя бы главная мысль именно это, докинуть. Секунду, я скинул вам. А, давай? А, ты из вас вышел? Да, я случайно долбоеб. Ты не случайно долбоёб. А сейчас уже Нави начинает играть? Ну, как раз прям супер скоро, да. Новую ссылку скинь. Тогда мне надо интеграцию сделать. Ну и вон тогда всё получается. Ребята, получается всё? Ну ладно. Да не, мы это хорошо сыграли. Ты бабки на время с кентами промениваешь, я тебя понял. Неправда, неправда. Я это понял, я нахуй. Просто интеграция. Я просто сейчас несколько дней не смогу стримить, поэтому... Костыч, ты когда? Через минут? Костыч, я могу этот, кому-то, если кто-то хочет тут, я могу Рейдульку кому-то дать. Хотя нет, Костян, пошел ты нахуй, ты казино будешь стримить. Ну вот именно, вот именно. Ладно, я просто к тебе приду. Короче, кто-то хочет тут, кто сидит, постримить, я Рейдульку могу завести. Наташ? Думала фильмец посмотреть. Фильмец? Запускай фильм посмотрю. Да. Кто-то, короче, запустите, я кому-то Рейдульку дам. Вадя, мой Детройт, послушай. Спасибо, что пригласили. Да. Спасибо, что пришли. Мне так понравилось. Пригласил меня. Не, я серьезно говорю. Вот Гартик, ребят, я не знаю, если бы вам не впадло было, короче, давайте так сделать. Давайте, короче, все, кто хочет,